Безусловно, соглашусь с тем, сейчас я расскажу. Я безусловно соглашусь с тем, что аборт это детоубийство, что возможно закон этот и направлен на нравственность, на правильность, но люди все равно будут это делать и будут это делать тогда в ужасных условиях, как это происходило там в прошлых веках. Мне кажется, этот закон принимать не стоит, потому что будет больше смертей, как мне кажется. И не только детей, и взрослых женщин, которые будут это делать тайком.